Не могу. Но, Павел Петрович... Не хочу я этого. Поймите, я просто не имею права. На. Что такое? Наконец-то. Зовите вот этих всех троих сюда, зовите. Товарищи, товарищи, проходите, пожалуйста. И вы, пожалуйста. Итак, вы просите деньги на строительство Дома культуры. Павел Петрович, молодежи вечером буквально некуда деваться, а смета до сих пор не согласована с управлением. Что делать? А зачем согласовывать? Я ее сам утверждаю. И даю дополнительные средства на строительство стадиона. Павел Петрович. О молодежи нужно заботиться. Спасибо, Павел Петрович. Что у вас? Разрешите хотя бы в лабораторных условиях проверить мой метод? Нет, мы его внедрим сразу по всем цехам, иначе это задержится. Да-да. Если не рисковать, будем топтаться на месте. Что у вас? Павел Петрович, поговорите с технологом. Пусть хамить перестанет. Он людей травмирует. А здесь разговоры не помогают. Тамарочка, да? Отпечатайте приказ об увольнении главного технолога. Ну... Что, что у него дядя в министерстве, я отлично знаю, мне на это наплевать. Павел Петрович, я вас сегодня не узнаю. Я вас просто не понимаю. Что с вами происходит? 20 лет я сидел в этом кресле и ни разу не принял самостоятельного решения. Все ответственности боялся. Все ждал своего часа и вот, наконец, дождался. Зовите ко мне всех, кому я отказал. Всех. Все подпишу, все санкционирую, все разрешу. Пол жизни руки были связаны. Так хоть полдня поработаю по-настоящему. На пенсию меня отпускают с завтрашнего числа. Поэтому за все то, что я сделаю сегодня, завтра отвечать будет другой человек.